В Рязани ярмарка выходного дня возле ЦНТИ на улице Крупской, что в московском микрорайоне, проходит еженедельно по субботам. Традиционно на прилавках овощи, мясо, молочная продукция, хлебобулочные изделия. С одной стороны, ярмарки играют важную социальную роль. С другой, житель московского высказывает мнение о том, что место для торговли отнюдь не идеальное. Вот если бы открытые павильоны поставили вам, как жителям, это от этого лучше было? Конечно, лучше, чем вот эта сейчас пыль. Посмотрите, какая пыль на всю, на продукты летит, ну, на все. Что пыль, а так крытые, допустим, мне не нравится. Приходишь там. Ну почему? Не, как-то. Не знаю, мне и у них там было. Они берут больше же цену, у них аренда там. А здесь меньше? Ну, здесь поменьше. Ну, я не знаю, мне кажется, цены такие же и на мясо, и на все. Ну, я не знаю, крытые, может быть, более экологично, как-то там чище, не пыльно. А если без этого, совсем нам плохо здесь. Цены нормальные, но место надо благородить. А чем место не нравится? Ну, видите, какую-то грязь, мясо торгует. Надо какие-то павильоны поставить. Еще одной проблемой ярмарки на Московском является несанкционированная парковка автомобилей приезжих торговцев. Каждую субботу десятки машин стоят прямо на газоне бульвара. В итоге, особенно в плохую погоду, вместо зоны отдыха жителям после торговых развалов остается лишь грязь. Как с этим эффективно бороться, никто не знает. Начнем с того, что это площадь, так же, как и площадь Победы, площадь Ленина. Соответственно, она обозначена бордюрами, тротуарными дорожками. Здесь были зеленые насаждения, вот на которых сейчас машины стоят. И здесь нету подъезда на площадь Новаторов никаких. То есть заезжают с этой стороны, где тротуар, где тротуарный камень, бордюр. И пока ничего не можем с этим сделать. Но надеюсь, в скором времени. В общем, все и все говорят о том, что ярмарка на Московском в районе ЦНТИ нуждается в усовершенствовании или, как сейчас модно говорить, в переформатировании. Вместо практически стихийного рынка местные жители хотели бы видеть такой, где торговля велась бы под крытыми павильонами. Здесь, утверждают жители, городским властям надо подумать о перенесении ярмарки в более культурное место где-нибудь неподалеку. А тут, где раньше стоял знаменитый на всю Рязань самолет, хорошо бы сделать полноценный сквер с деревцами, лавочками и освещенными парковыми дорожками. Как говорится, не хлебом единым жив человек.